Это должен быть хороший сезон с хорошим финалом. Такими словами заместитель руководителя администрации Одинцовского района Виталий Савилов открыл традиционную презентацию волейбольных команд Подмосковья перед стартом сезона. В зале преданы болельщики и спортивная молодежь, которой предстоит работать в трех волейбольных командах – «Искра Подмосковья», «Подмосковье» и «Заречье Одинцова». Поздравить вас с началом сезона, пожелать вам интересной, зрелищной игры, хороших результатов, удовольствия и себе, и болельщикам. В новом сезоне волейбольным центром Московской области совместно с Федерацией волейбола на базе училища Олимпийского резерва номер 2 открыто специализированное отделение для подготовки кадров в резерв легендарного Заречья. В планах создание сетевой школы для подмосковных тренеров. Переходящая ступень для всех желающих попасть в руки мастера Вадима Панкова. Женская молодежная команда Подмосковья, руководит которой бывший искровец Петр Кобрин. Напряженный сезон высшей лиги Б будет и у юношей из Искры Подмосковья. В рядах команды все больше узнаваемых фамилий. К примеру, Владимир Бекетов, ученик тренера Натальи Денисовой, ныне диагональной молодежной «Искры» и подопечный Сергея Алексеева. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить руководство волейбольного центра, руководство Федерации Московской области за то, что в такой непростой ситуации сумели отстоять, сохранить «Искру» как команду. Еще одно направление – пляжный волейбол. Как отметил главный тренер команды Валерий Панченко, в этом году подмосковные пляжники выиграли все турниры из возможных. Старший тренер команды Евгений Ромашкин был удостоен звания мастер спорта России. Знаком отличия спортивная доблесть был отмечен знаменитый волейболист Дмитрий Барсук. Награды от областного правительства за самоотверженный труд и развитие волейбола получили тренеры Александр Красильников и Вадим Панков. Наши теперь уже бывшие спортсменки, такие как Наташа Молодая, которая сегодня любезно согласилась приехать к нам. Настя Павловина, Катя Романенко, все участвовали в сборных командах. Наташа стала с серией «Чемпионка Европы» буквально 3 дня назад. Заречье Одинцова – единственная подмосковная команда Суперлиги. Последние годы для игроков и тренеров выдались напряженными. Состав менялся не раз, и в этом сезоне волейболисткам предстоит сыгрываться по ходу чемпионата России. Это круглый мяч, это женский спорт, как все любят говорить, да. И надо даже у таких матерых клубов «Динамо», да, максимум брать очки. То есть мы сейчас будем работать так же, как на победу, и максимум набирать очки, потому что суммируется все. Играем в округа, и чемпионат закончен. Поэтому по максимуму будем работать, выигрывать и побеждать. Подготовить спортсмена и удержать его достойным контрактом. Как отметил Вадим Панков, в новый сезон команда вступает без спонсоров, что заметно ослабляет ее позиции. Спонсора нет, поэтому я еще раз обращаюсь от лица нашей команды. Если есть возможность через СМИ, через вас, через любителей волейбола, если есть возможность, помогите нам с деньгами, потому что без денег писать, понимаете. Дорога проторена, под команда, не спустите, пожалуйста, пустая команда. Курсант будет женская команда, это однозначно. Поэтому, если не будет денег, то что девочки прекрасные, они пришли, спасибо им за это. У нас вот около 40 сейчас игроков, да, вот они сидят здесь, которые готовы работать, понимаете, но если не будет денег, это понятно, что игроков не будет. Все девочки перейдут в другие клубы. Еще одна славная традиция клуба – вручение маек новичкам команды. А затем вопросы болельщиков о сложностях сезона, о планах и перспективах. Вадим Панков предельно лаконичен. Попасть в шестерку лидеров чемпионата России – это уже большая удача. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».